Всем здравствуйте! Вы на канале Александра Давыдова. Я хочу просто продемонстрировать сейчас одну вещь, которую я приобрел. Дело все в том, что охота и законы наши сейчас диктуют того, что мы сейчас даже в поле практически не можем ходить без чехлов, все надо зачехленное. Тем более с учетом сегодняшних новых законов в июне, которые были приняты, наши доблестные исполнители закона, они вообще такие прям жестко сейчас всему ко всему подходят такие прям. Вот, и поэтому, что я приобрел? Дело все в том, что... еще я обратил внимание, что много моих друзей, они, когда, с чехлом ты идешь до... Допустим, вот охота сейчас на сурка была, она проходит, ты с чехлом идешь там, до ближайшей вот такой позиции, там, или до сурка, или скидываешься с гладким, да, ты скидываешь этот чехол, и потом ребят, когда дальше проползают или проходят, маленько отстреливаются, доходят до сурчины, и не могут найти этот чехол, они ходят, как-то кругами там ищут, и вот смеялись, это уже не один парень так как бы путался. И что я придумал? Я то думаю, елки-палки, что надо сделать, да? Ходить с каким-то с большим чехлом, там замок какой-то, все как-то громоздко, непонятно все. В принципе, у нас же нет какого-то определенного критерия под чехло, да? Мы можем ходить, чулок одеть, да, и вот это уже практически чехол. Поэтому я посидел, посмотрел и на Озоне увидел такую вещь. Я приобрел вот такой чехол. Пестрый, яркий, и что самое главное, когда его скидываешь, зверю же вообще все равно на этот цвет, а когда его скидываешь, его потом просто легко искать. Здесь понятно, у меня как бы сошки, но они и складываются, и получается, что ты несешь как бы оружие в чехле. Здесь есть и ремень-погонник, да, также ты его одеваешь, потом, если надо, у него здесь есть защелочки такие. Пришел, резиновый есть, и вот так вот его скинул. В траву куда угодно бросил, и всегда его найдешь. Поэтому мне кажется, вот в наши сегодняшние реалии, это в принципе, наверное, как вариант. Вот этот вот обыкновенный чехол, он, кстати, подойдет также от дождя, в случае чего. Стоит он где-то 400 рублей вообще, или 500. Я его купил то ли на Яндекс.Маркете, то ли на Озоне, найти очень просто. Один купил зеленый, другой купил оранжевый. Сын оценил, кстати, сразу. Он говорит, вообще искать очень легко. И... Так что вот рекомендую. Одевается тоже очень просто. Его вот так вот нацепил. Оптику закрыл. И все. Застежечками застегиваем здесь, если это надо. Вот. Здесь, допустим, погонник. И все, вот. Ружьишко в чехле. Застегиваем ремешками, все закрыто. Так что рекомендую. Александр Давыдов. Всем пока.